Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и огорелись провода. Вдруг стала горькая еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий Паровозов! Как-то вечером из шланга на забаву детворе управдом Сергей Петрович горку снежную залил. Встали утром Саша с Машей, съели с маслом бутерброд и во двор кататься с горки. Поспешили поскорее. Села Машенька на санки, чтоб с горы скатиться вниз и открыть своим катанием новый саночный сезон. Снег летит из-под полозьев, вьются косы на ветру. Олимпийской чемпионкой Маша кажется себе. Саша санки разгоняет и с горы несется вниз, чтоб во что бы то ни стало обогнать свою сестру. Но почти на полдороги Маша санки тормозит, чтобы взглядом горделивым ей на Сашу посмотреть. Только видит, как несется Саша прямо на нее, и в отчаянии Маша издает истошный крик. Но Аркадий Паровозов мимо горки пролетал, и летать быстрее звука он, по счастью, умел. И в последнюю секунду он детей несчастных спас. И на горке столкновения он успел предотвратить. Подарил он Саше с Машей разноцветных леденцов и сказал им вот такие очень важные слова. Уважаемые дети, Саше, Маше, все равно. Не съезжайте, дети, с горки, если горка занята. Только если перед вами нету больше никого, лишь тогда возможно ехать вниз по горке ледяной. Потому что все возможно. Все бывает, так сказать. Потому что мимо горки я могу не пролетать. Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и оголились провода. Вдруг стала горькая еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий!